Тамадидевам Пурушопуранам Тамалаварнам Свитабхатарам Апар Сансар Самундрасетам Бхаджам Махи Бхагавато Сарупам Ямравайаннаманапетамапетакритвам Дайпаяно Вирахакатарваджухава Путрети танамая тая тарбо винедхум ванг сарва бхута хедаям мунима тусми Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Банде нанда ваджастринам падуре намабикнаса ясам хари катха дигитам пунати бхаванатрайам ясам хари катха дигитам пунати бхаванатрайам Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Чохол. There is a gap difference between this material world and the transcendental world. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что есть огромная разница между этим материальным миром и тем трансцендентным миром. Есть такая огромная разница между этими мирами. Она подобна бесконечности. И вот эта пропасть этих, между этими двумя мирами, она красного цвета, она олицетворяет собой концепцию плоти и крови, такое материалистическое представление о себе, как о материальном теле. И мы не можем выбраться из этого материального представления о себе. Это очень сложно, практически невозможно. А с этим материальным представлением о себе невозможно достичь Галоки. И если у нас есть анархия, нежелательные качества в нашем сердце, то тогда невозможно слушать о сокровенных лилах Верховного Господа. Вчера Махарадж говорил о том, как садак, он может родиться как дочь в Раджа-гупе. Я говорил об этом. И сегодня такая заключительная часть из Бхаджан-Рахаси. Из различных других писаний мы должны обсуждать это. И вот из книг Наротама Такура, такие как Прама Бхакти Чандрика и другие, и из книг Шилы Бхактинанда Такура. И вот Махарадж говорил о том, как для садака возможно, для тех, кто совершает садхану, совершает баджан, относительно нитья ситхи, я не хочу ничего говорить о них, поскольку они уже достигли совершенства, они пришли сюда, чтобы показать нам, как нужно совершать баджан. Это такие нитья ситхи, как Шрила Гаура-кишора Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактинода Такур, Наротам и другие. Они вот показали такой пример нам и ушли. И вот я говорю о тех, кто достигает совершенства с помощью садханы. И вот я уже говорил, что только по милости Рагануга Гурварги, и вот по милости этой Гурварги
возможно для садака достичь этого уровня. И коренная причина этого – это Харинам. Харинам – это единственный путь, с помощью которого мы можем достичь Голоку Вриндаваны. И перед тем, как совершать любой баджан, нужно иметь в виду какую-то духовную практику, нужно сначала обрести контроль над своим умом. И садусанга, она очень важна. И много преданных только благодаря садусанге они достигли совершенства, достигли лотосных стоп Шри Кришны. И вот Наротам Тхакур, он в Прама Бхакти Чандрике пишет: вот что значит вот эти слова «Враджа Гопи Бав Хой Бесабав». И вот когда враджа, чувство враджа гопи станет нашим естественным чувством, народ он так, он не говорит, что нужно обязательно родиться во Вриндаване. Но это тоже хорошо, но вот это когда он говорит о том, что когда чувство Враджа Гопи, оно станет естественным для нас. Махарадж вчера говорил, также много свидетельств приводил к этой теме. Еще есть какие-то люди, которые совершают свой баджан, достигают совершенства в своей садхане. Leave their body because now you know Saraswati already there. After that, if they leave their body, then they can get. И вот и те, кто в этой жизни они достигают совершенства, то когда они оставляют тело, они достигают васту ситхи. А Кришна в этом Баума Вриндаване, в таком в Вриндаване, который с ним зашел. Вот в данный момент имеется в виду в этот материальный мир, то для тех, это для таких душ йога майя, она помогает таким преданным родиться в том Вриндаване, где Кришна присутствует, но имеется в виду, где он свои лилу совершает вот в тот конкретный момент. А наш Гауди Матх, и это особенность Гауди Сиданты в том, что когда мы совершаем баджан, и потом по милости Рупануга Гуруварги мы обретаем все. И вот такой преданный, когда он совершает нам баджан, через этот нам баджан может осознать свое положение в духовном мире, и внутри своего сердца он может совершать служение в духовном мире и воспевать святые имена. То есть такой преданный может внешне воспевать святые имена, а в уме своем заниматься служением в том духовном мире. И также вот эта книга называется «Баджана Рахасья», очень старая версия.
редактора Шрила Бхакти Прабхупады Госвами Махарадж и издателя Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж. И вот это в этой книге, что говорит Шрила Прабхупад, что Гурудев говорит, я хочу сказать. Because if the ground is not clear, then you can do nothing. Also, I would like to speak that Vishwanath Chakravarti Pad. И также Махарадж хочет сказать, что Вишванат Чакравати Пад, когда он написал большой комментарий к последней шлоке Расалилы, то и вот он что пишет, вот, вот такие слова. И вот когда он говорит, что this kind of lila can do all maximum most benefit to me 100% because those who are not going to believe that this kind of extraordinary lila. И вот он пишет то, что эти, если и он пишет, что если слушать об этой трансцендентной лиле Кришне, то можно обрести прему. Но также там упоминается, что если слушает с огромной верой, а если человек совершает нама апарадхи, то у него не будет веры, соответственно. You can give control over Krishna very Vasikara. So but still here it is written, Jayasri Ganesh Ramani. Jayasri Ganesh Ramani. Jayasri Ganesh Ramani. Jayasri means love, I mean Sarvalakshmi Radharani and all those Gopikas, they are already discussing in you know, Gopi Gita, Jayati Tedikam, Janmana, Vrajayitadi, etc. But be careful, it is also, you should think about that. И также мы должны быть осторожны и знать о том, что даже это Вишванат Чакравати Пад, Вишванат Чакравати Пад, он говорит, что Лакшми Деви, у которой нет никаких анарт, что она Бхагават Шакти Верховного Господа, но она не может слушать об этой Расалиле, не может там участвовать. А почему? Вот никто не хочет это цитировать, но Вишванат Чакравати, он говорит здесь, что даже Лакшми не может обрести это. Почему? Поскольку Лакшми, она не следует Радхарани и Враджа Гопи. И поэтому Лакшми Деви, она не может участвовать в этой Расалиле, но она все равно стремится обрести общение с Бхагаваном Шри Кришной. И вот Вишванат Чакравати Пад, он в последних своих словах в этом комментарии, он говорит вот самые последние слова, он говорит там, что не предавшись лотосным стопам всем Враджа-гопи, эта према, она практически невозможна. Durgam odur nirikshu, inaccessible, nobody can reach, nobody can understand. Those who are even having vast spiritual knowledge. И даже те, у кого есть огромное знание и шастра-будхи, и знание Писания, и те, кто полны осознанные,
и знают шастры. И даже для таких личностей они не могут понять эту расалилу, не предавшись лотосным стопам в Раджа-гопе. И это та единственная причина, по которой Лакшми, она, у нее нет возможности участвовать в этой лиле и получить ее милость. И вот Вишвана Чакраватипад, он делает заключение. Махарадж замечал, что многие люди, они цитируют только первую часть, а вот вторую никто нигде не цитирует. И вот Вишвана Чакраватипад, он пишет здесь, что не предавшись лотосным стопам в Раджа-гопе, поскольку это уникальное, это служение, это их эксклюзивное выражение их чувства. И это возможно только во Вриндаване. И вот эта раса татва, она уникальна, трансцендентна. И что говорить еще? Те, кто обретают это духовное знание то имеется в виду, что те, кто не предался лотосным стопам этих в Раджа-гопи, то он не может получить доступ к этой лиле. И вот Вишвана Чакраварти пишет в последнем заключении, что это последняя шлока расалилы, что в этой шлоке она запутана. Слова используются такие, которые сложно понять. И вот Вишвана Чакраварти пишет, что там такие слова, которые далеко не все понимают. И в предыдущих шлоках о расалиле там тоже такие сложные слова для понимания. И здесь он говорит, почему они там использовались эти слова и как их понять. И вот здесь из-за И вот Вишвана Чакраватипад, он говорит, что из-за недостатка времени, поскольку я если буду все объяснять, то будет еще одна книга, поэтому он здесь останавливается. И после этого мы должны понять, что Вишвана Чакраварти, он уже сказал о том, что если любой человек, вот здесь слово «бутана» используется, значит, те, у кого есть сознание, Кешав Госвами Махарадж уточняет, что те, из чего сердце ушли анартхи, но вот Кешав Госвами Махарадж, он комментирует эту шлоку, что когда анартхи уходит, то иногда остается какой-то запах, какие-то незначительные следы этих анартх. И потом, когда мы обретаем прему, то все эти незначительные следы, они уходят. Pure man is there. Pure man means he is actually
И вот если какой-то человек никогда не совершал никаких оскорблений, если ему выпадет возможность слушать харикатху из уст чистого вайшнава, то тогда его сердце изменится. И я пример приводил, если Харинам Санкиртан совершает настоящий святой, как в Джайвадхарме описывается, было вот этот Майвади, который стал вайшнавом, Вайшнавдас Бабаджи Махараджем впоследствии. И вот он сидел, когда он был в Майваде, он сидел в своем Баджан-Кутире, и какой-то вайшнав мимо проходил и пел киртан, он воспевал цветы имена Шри Кришна Читания. И вот он мимо проходил его Баджан-Кутира, он достаточно малый, сколько там времени надо, чтобы ему было мимо пройти какие-то доли секунды. И вот этот Майвади, он увидел и услышал, когда он проходил мимо его Баджан-Кутира. И вот он посмотрел на него. Смотрите, он был Майвади, но Майвада сама по себе — это оскорбление лотосным стопам Шри Кришны. But when he is going to name of Krishna, that can be cut out. But aparad, different kind of aparad there. Follow? Not one kind of aparad. Different kind of aparads there. Now actually, he was bound to come in Navadvip Dham. И вот этот Майвади, он когда услышал эти святые имена, он думал, идти за этим саду или нет. И пока он думал, саду уже куда-то повернул, его нельзя было найти, поскольку там улочки маленькие. Но впоследствии этот Майвади, он оставил свою Майваду и отправился в Навадвипу. И там он уже встретился с вайшнавами и принял посвящение. From a right source, then immediately prema can come, and after that the little anartha can go again. Otherwise, all rasamrita prasanga, everything or bhajan procedure, we have to throw. So this is the meaning. Now what meaning given by Srila Bhakti Pramod? И вот Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj пишет здесь. Он говорит в предисловии к Бхаджан-Ракхасе. Сначала Шрила Прабхупада написал этот предисловие. Когда Шрила Бхактивинода Тхакура составил эту книгу, то Шрила Прабхупада он это опубликовал, и он в то время был с Ананда Сукханда Кунджи на Гадруме, и там фотография есть, где Шрила Прабхупад смотрел на эту реку Сарасвати и писал. И вот и впоследствии, и вот Шрила Пури Госвами Махарадж написал это предисловие, Махарадж кратко скажет о нем, поскольку достаточно долгое предисловие. И вот Шрила Гурупад Падма говорит, See, Bhakti Marg, Iho, Pantaki, Bodhiru, Jokhati, Rudho, Guru Bhattu, writing in Bengali, I'm translated somehow. Really, very, very inaccessible. You cannot get entry into it. This Rasabhajan. И вот этот Рагануга Баджан, Расабхаджан, он очень тяжело достичь его. И если...
мы, группа Падма пишет, что если хотя бы на часть секунды, если садак практикующий, если такой садак, он отклонится от анугати, от следования чистой ачари, чистой преданности, который баджан виги, тот, у которого есть знание о баджане, и в то же самое время он расик бхакта, и вот если садака отклонится от следования такой великой душе, который, о котором говорится, что он рага баджан виги, тот, у кого есть знание о этом рагануга баджане, то в этом случае на каждом шагу вопрос падения возникает. Даже если на какую-то часть секунды мы потеряем связь с таким Рагануга Гурувагой, с таким Гурудевом, то from the anugata of sudhya bhakti rag mane rasika acharya hiraga acharya rag bhajan vidhma, in that case in each and every step the question of fall down can arise, will arise, no, can. So then in each and every step, и вот тогда то есть очень. То есть имеется в виду, что потеряв связь с нашим Гурудевом, то вопрос падения, он сразу же появляется. Но такой Рагануга Баджан, он очень редок. И вот какие-то ачарьи, я не знаю, следуют они своей Гурварге или нет, но что пишет Гурудев здесь? И вот Гурудев пишет, что... They are quoting this sloka, Vidhi Marge Prajubha Paitana Hishokti. И вот многие ачарьи, они цитируют эту шлоку из Шри Чайтанья Чайтамриты, из Адилилы 3.15. И вот там говорится, Vidhi Bhakti И вот в этой шлоке говорится, что с помощью Видхимарга мы не сможем достичь Рагануга Баджана, но Гурудев говорит, что какие-то ачари, какие-то преданные, они вот таким образом думают. Поэтому пытаются как-то перепрыгнуть этот уровень, но Гурудев говорит, что смотря на эту шлоку, большинство так называемых преданных, они пытаются искусственно следовать пути Рага Бхакти, но это всего лишь, но их все следование это всего лишь какие-то, какая-то пародия на что-то. И вот Гурудев говорит, что видя эту шлоку, большинство преданных хотят, вместо того, чтобы следовать всем правилам и предписаниям, они занимаются какой-то имитацией, представляя свое духовное тело. И такой искусственный баджан в итоге становится падением. И вот каждый должен знать точный порядок следования на пути баджана, каким именно путям мы должны следовать.
И вот из Бхаджанарахаси Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что мы должны следовать по тому порядку духовного продвижения, который описан в Шикшаштике. Sufficient power can be the chitball, but that special chitball, man, special power to do raga-bhajan. И вот чтобы совершать рага-бхаджан, у нас должна быть особая духовная сила, особые духовные качества, но они еще должны появиться. Почему сердце Рупы Госвамипада, оно равно сердцу Шилы Шримана Махапрабху? Почему сердце Рупы Госвамипада, оно находится в полной гармонии с сердцем Шри Чайтаньи Махапрабху? Когда Сварупа Госвами и Рай Рамананда, точнее Рай Рамананда, он спросил, и Сварупа Госвами ответил, что как это возможно, что Рупа Госвами Пад, он понимает, понял полное, он понял настроение сердца Шримана Махапрабху. И тогда Сварупа Госвами ответил, и поэтому мы знаем, что он получил всю твою милость. И это один из признаков, иначе невозможно узнать твое сердце. Нигде не описано чувство твоего сердца, а то, что он знает твое сердце, это как раз признак того, что он обрел твою милость. И вот каждый должен внимательно принять ту последовательность баджана, которая описывается в Шикшаштике, если он хочет достичь совершенства. То есть нужно делать так, как описывается в Шикшаштике. И вот видя действие поведения саду, смотрите на поведение чистых саду и следуйте им. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, вот смотря на саду, когда они совершают свой баджан, и вот, видя эту последовательность баджана, то каждый может развить такой разум. И здесь саду значит чистый, настоящий саду. И вот достигнув и вот так, следуя всем этим ступеням баджана, и также мы всегда должны воспевать святые имена и молиться о Харинама, о его милости. И смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает нам гарантию, что в каждом, и вот он, Шрила Бхактивинода, он цитирует все шлоки Шикшаштаки и объясняет эти шлоки и в конце говорит, что он говорит, что я говорю то, что должно быть в идеале полностью, но в начале всего у нас должно быть огромный вкус к Харинаму, к святым именам. И если эти санкиртаны отсутствуют у нас, если мы не воспеваем святые имена, то мы не сможем осознать все эти лилы Кришны. И вот, достигнув духовного совершенства, обретя духовное тело,
И вот, например, мы совершаем харинам по милости Рагануга Гурдева, то тогда, когда мы обретем наше духовное тело, то мы, естественно, такое озарение, оно наступит у нас. Мы осознаем свое духовное тело, и тогда сможем уже в этом духовном теле служить Кришне круглосуточно. And not only that, it is not one lecture by Bhaktivinoda Thakur. In the lifetime of Bhaktivinoda Thakur, all our Guruvarga was speaking. It was, you know, one vivid example in his life. Бхактивинода Такур, он когда ушел на пенсию, но до того, по указанию Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа, он открыл Майпур и много чего другого сделал. И вот он, когда ушел на пенсию, он принял ванапрастху и совершал свой баджан в Сурабхи-кунджи. Сначала вот там в Сурабхи-кунджи, потом построил в Баджа-Гуатир еще один Свананда-Сукханда-кунджи. Это недалеко друг от друга места эти находятся. И вот в этой Сурабхи-кунджи это такое место, где он достиг совершенства. И там он всю ночь воспевал святые имена, он спал несколько часов, около полуночи просыпался и повторял харинам всю ночь. И он видел, что на том стороне реки какой-то свет исходит. И Бхактивинода Такур, он часто видел этот свет, который исходит из Майпура. И потом он поехал туда, начал выяснять, откуда этот свет, и потом обнаружил, что там какая-то земля, где мусульмане не могли ничего выращивать. И Шрила Бхактивинода Такур, он узнал от каких-то мусульман, они пожилых мусульман, что они говорили, что место очень странное, мы пытаемся что-то сажать здесь, но только тулости вырастают. И Бхактивинода Такур также еще где-то посмотрел на каких-то картах, и потом Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж еще приехал, и он подтвердил, что это да, действительно, это место явления Шри Чайтаньи Махапрабху. И таким образом это место было открыто Шрилой Бхактивинода Такуром. И и вот и в последнюю часть своей жизни, когда он принял Парамахамса Веш, Шрила Бхактивинода Такур постепенно он уходил из этого материального мира, он всегда повторял харинам, сидел в своем баджан-кутире, и у него была прекрасная вигаха Гаугададхара, у Бабаджи Махараджа фотография осталась. А виграху украли, но фотография осталась. И Шрила Прабхупада также, согласно желанию Шрилы Бхактивинода Такура, он опять установил эту гору Гададхара виграху, но уже меньшего размера. И она находилась сверху баджан-кутири Шрилы Бхактивинода Такура, и вот он поклонялся ей. И когда Шрила Бхактивинода Такур воспевал святые имена, он пил немного молока, только у него был севак Кришнадас Бабаджи Махарадж. И вот calling him after that, you know, somehow allow him to
И вот он весь день и ночь он воспевал святые имена и ел только вот немного молока. И также он попросил, чтобы никого не пускали к нему, если только какие-то особые преданные приходят, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он кого-то отправлял получить даршан Шрилы Бхактисиддханта Такура, только вот таких можно было пускать к нему, остальным доступ закрыт был. И вот какие-то, когда какие-то особые преданные по просьбе Шрилы Прабхупады приезжали, то тогда Кришнадас Бабаджи Махарадж, он шел наверх к нему в его баджан-кутир и кланялся и тихо говорил: «О, Тхакур!» И вот когда Бхактивинода Тхакур выходил из состояния самадхи, то он открывал глаза свои, причем открывал его руками, глаза открывал, поскольку веки тяжелые были, они сами не открывались. И вот он говорил, что вот Бимала Прасад Сарасвати послал к вам вот нескольких преданных, чтобы они обрели вашу милость. Если вы позволите, я приведу их. И Бхактивинода Тхакур соглашался, и те преданные приходили и кланялись. И вот какой-то преданный, вот, который этот был, вот, приходил на даршан к Шриле Бхактивинода Тхакуру, он рассказывал, что когда он поклонился ему, Шриле Бхактивинода Тхакуру, он встал и увидел, что Бхактивинода Тхакур смотрит на него, как будто он видел насквозь его сердце. И потом Шрила Бхактивинода Тхакур опять закрыл глаза, но это чувство такое осталось. И Шрила Прабхупад говорил, вот Шрила Прабхупад говорил, что это Баджан Рахаси, она составлена Шрила Бхактивинода Тхакуром в форме этой книги. Он показал нам свой путь баджана. И через эту баджан рахасью Бхактивинода Тхакур он хотел показать нам свой способ баджана. И также я слышал от Гуру Махараджа и от Гуру Варги, что вот в этой книге Сигура Мангал Двадашакам, она, вот Бабаджи Махарадж ее опубликовал около 12 лет назад на Бенгале. Она. И там, в этой книге, описывается то, как Бхактивинода Тхакур он совершал свой баджан. И вот в этом, и вот в этой книге описывается все настроение Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот и к предисловию к Баджан Рахаси Шрила Прабхупад он пишет, что это Баджан Рахаси была составлена Бхактивинода Тхакуром, и в форме этой книги он показывает нам такую подсказку, как он сам совершает баджан, чтобы его искренние последователи, те, кто следует Шрила Бхактивинода Тхакура всем сердцем, и вот он написал эту книгу для того, чтобы его искренние последователи, они видели, как нужно совершать баджан. И также Шрила Прабхупад продолжает, что несколько лет назад этот Акинчана он про себя говорит, что я сам наблюдал тот за Шрилой Бхактивинода Тхакуром день и ночь, и я был очень удивлен, видя его настроение.
И вот Шрила Прабхупада говорит, что он весь день повторил харинам, иногда какие-то шлоки повторял, иногда плакал. И Шрила Прабхупада говорит, что несколько лет назад этот Акинчана А он повторял шлоки, которые вот описаны в этой книге. Он повторял харинам иногда вот эти шлоки. So a few years before, this Akinchana carefully observed him reciting the sokas already mentioned in this book, Vayanrasa. And at the same time, he was realizing overwhelming, ecstatic love of Godhead. Not only speaking, with that he was expressing abnormal bhava. И вот так Шрила Бхактивинода Тхакура повторял харинаму, иногда повторял какие-то шлоки, и видно было, что иногда его переполняет экстатическая любовь к Господу. И также Шрила Бхактивинода Тхакура, он видно было, что его иногда охватывает экстатическая любовь к Господу. И когда он являл нам эти секреты баджана, что такое баджан, если кто-то спросит, что такое баджан, то можно ответить, если кратко, двумя словами, еще проще одним словом. Следовать чистым гуру и вайшнавам – это баджан. Это такое краткое определение, потом есть более, конечно, широкий, но это главное, что следовать чистым гуру и вайшнавам – это есть баджан. То есть для нас это должно быть главным составляющим баджана, чтобы следовать чистым гуру вайшнавам. А потом, когда мы достигнем совершенства, то тогда уже будет другое определение, что делать все для того, чтобы Господь был доволен нами, это есть баджан. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. В этой книге описываются секреты баджана, процедура арчаны. Процедура арчаны, она более или менее всегда остается в связи с грубым или с тонким телом. Арчан – это процедура, которой нужно следует, конечно, адхикари, которая. Но она… Но когда Шрила Прабхупада или Шрила Бхактивинода Тхакура, они совершают арчану, то их арчана – это не арчана каништхатикари, каких-то начинающих преданных, их арчана. Вот описывается в этой шлоке, что их арчана – это сева, это поклонение Господу в йога-питхе. И вот Шрила Прабхупада говорит, и открывая нам секреты баджана, которые описываются в этой книге, что в процессе арчаны, то более или менее остается связь с грубым и с тонким телом. Арчана значит какая-то материя. Мы не вышли под влияние анарх, и без арчаны это практически невозможно развиваться. А как, что значит развитие? Это когда чистый харинам, он приходит к нам из различных писаний. Я привожу вот эти цитаты. И вот здесь говорится то, что «Джену джанма сатэйр курвам басудева самарчитам
И вот иногда так случается, что люди, которые не заинтересованы в арчане, они пытаются следовать Рагануга Баджану, но это очень опасно, из-за их анартха они обречены на падение. Иногда случается, что кто-то совершает баджан долгое время, но потом обнаруживается, что их сердца, они все же полны анартха. И вот арчана значит это поклонение Господу, имея связь с грубыми тонкими материальными телами. Но смотрите, когда наше тело, когда в процессе нашего баджана мы оставляем наше грубое тело, то и вот в этом киртане Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, что в этом случае линга банга хоя наяси. Когда чистый харинам является на наших устах, то все нежелательное, оно уходит. И если мы совершаем настоящий баджан или думаем его совершать, то баджан и арчан — это различные вещи. Многие люди не понимают разницу между баджанами и арчаной. Арчана — это поклонение Господу с помощью каких-то принадлежностей, каких-то параферналий, так называемых. Это принадлежности, какие-то предметы, которые мы занимаем в служении Господу. И вот, когда мы возвысились до какого-то уровня баджана, то, когда мы начали воспевать чистое святое имя Шрила Прабхупад, много раз говорил, что без, не утвердившись в самбандхагьяне, не осознав свои вечные отношения с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном. То есть, когда мы утвердились на таком уровне, то тогда чистый харинам, он может явиться на наших устах. А пока мы, соответственно, не осознали эту самбандхагьяну, то тогда мы сможем совершать настоящий харинам, утвердившись в этой самбандхагьяне. И недостаток самбандхагьяны, он не позволит нам совершать настоящий харинам. Но что хочет здесь Шрила Прабхупада сказать? В области баджана, когда мы возвысились, то там возвышенные души, свободные от тонких и грубых отождествлений. Абхиман значит ложное эго. Как Амбариш Махарадж, он был повелителем семи континентов, но у него не было никакого ложного эго. И также Джанакарадж, он Раджа Риши. Кто такой Раджа Риши? Это такой святой Риши, который занимает пост царя. И такие Раджа Риши, они настолько могущественны, что они могут давать наставления саньяси, саду. И они сами приходят к ним, такие риши муни, чтобы принять какие-то наставления от таких раджа риши, как Джанакарадж. Это не шутки. И вот у Джанакараджа нету
никакого ложного эго, но есть чистое эго, он думает о себе, о том, что я Кришнадас, то, что он слуга Кришны, Кришна. И вот здесь пишется, что в области Баджана, когда душа освобождается от грубых и тонких отождествлений своего тела, почему Махапрабху написал этот стих? Он написал для того, чтобы дать нам представление о том, что такое настоящая Бхута-шудхи. Бхута-шудхи значит, мы должны очистить свое сердце от ложного эго. Если у нас есть какое-то ложное эго, то тогда сварупа-сиддхи она может явиться, и это осознание своего сварупа-сиддхи, своей духовной формы, оно... И тогда мы будем чувствовать, что действительно Дживира Сварупахой Кришнера Нитьядас, то, что вечное занятие души – это служение Шри Кришне. Of your sarupa is to discover yourself as a gopi. Father Kumarayar Bhav, Dasana Dasana. But Chaitanya Mahaprabhu, but anyway, Chaitanya Mahaprabhu, we are going to get lesson from Chaitanya Mahaprabhu, not from anybody. But very carefully. И Шри Чайтанья Махапрабху для нас всех, он наш гуру, но мы должны внимательно следовать ему. И вот что такое Бхута-шудхи? Вот, то есть это отождествление себя с нашим истинным Я. И вот в области Баджана такая самосознавшая себя душа, которая освобождена от грубых и тонких отождествлений, она обретает служение Господу. И те, кто искренне заняты в баджане, и те, кто полностью освобождены от всех материальных отождествлений, он, такая душа осознает через свои духовные органы чувств, что что-то и вот те, кто освободились от всякого влияния материи, то тот, кто полностью освобожден от всех материальных отождествлений, он осознает через свои духовные органы чувств. И вот в этой шлоке, которую Махарадж произносит из Брихат Бхагаватамриты, там говорится, что когда мы предаемся Гурудеву, наши органы чувств, они удухотворяются. Realizes through his spiritual senses something which is beyond material sphere. He is getting some aprakita anubhuti. In that case, he is not going to get material anubhuti out of his body. Follow what is it? The realization that he achieves. И то самосознание, осознание, которого он достигает, оно приближает его к Адвайгьян-таттве. И вот те духовные лидеры, но все же, если они не утвердились на пути Адвайгьян-таттве, то они не смогут стать успешными. И здесь... И вот когда мы достигнем этого уровня Адвайгьян-таттвы, то кого бы мы ни видели, мы будем видеть Кришну в его сердце. И то осознание, которое он достигает, оно приближает его к Адвайгьян-таттве.
и и вот когда такой человек осознает, что все является адвагьян-таттвой, то он служит. На том уровне, который находится за пределами материальных чувств и времени. То есть такой преданный возвышается над всем этим. So beyond with beyond these material senses and time, automatically, the distinctive knowledge revealed by Guru to the completely faithful person, who is 100% inclined unto the lotus feet of one Tattva Jnani. И вот те, и также Шрила Прабхупада говорит, что такое знание, с помощью которого мы можем осознать, что все является адвагьян-таттвой, то знание, с помощью которого мы можем видеть единство в различии, различие в единстве, это все будет адвагьян-таттва, и такая таттва, она открывается с помощью садгуру. И кому это открывается, это такой личности, которая имеет непоколебимую веру в лотосные стопы Гурудева, и тому, кто безраздельно предан такому Гурудеву. Что такое рахасья? Это то знание, которое открывается Гурудевом, полностью предавшемуся ученику. Это знание известно под названием рахасьи, мистерии. That's why Jamraj also speaking in sixth canto, Guhyam, Vishuddhyam, Gurvadhyam, Yagyatya Amritama Sute. Guhyam, Vishuddhyam, Gurvadhyam. Yes. Guhyam, Chakno Sikre. Guhyam, Vishuddhyam, Chakno Sikre. And Gurvadhyam, you cannot get entry. Too much ambiguity, complicacy from outside. You cannot understand how to realize. Forcefully you cannot do. By the mercy of Guru. My Guru Patan used to speak. И вот мой Гурудев говорил, что Рагануга Баджан, значит, на каждом шагу мы должны плакать. И вот Гурудев часто говорил, как просто объяснить Рагануга Баджан. Это значит, что мы должны плакать и плакать день и ночь. И это зовется Рагануга Баджаном. И также этот плач, мы очень удачливы, поскольку если мы плачем ради Кришны, это не так просто. И вот это зовется Баджан Рахаси. Когда мы обретаем ключ к сокровенным знаниям Баджана, который открывает нам Гурудев, который дает знание об этой адвагьян-таттве. И почему я начал с этой шлока, которая со слов Шрилы Прабхупады, что есть огромная разница, пропасть между этими мирами духовным и материальным. И в Бхакти Расамрита Синдху Шрила Прабхупада говорит, Bhakti Rasamrita Sindhu,
описывая 64 различных видов садхана бхакти, говорится там, что получив наставление о сознании Кришны от истинного садхгуру, третий шаг — это следующий шаг — это начать поклонение этому Кришне. Это объяснение вот этой шлоки «Адау Гуру Падашрой». И как поклоняться Кришне, как сделать так, что Кришна доволен был бы нами. И вот в Бхакти-расамрита Синдху, описывая 64 различных составляющих садхана бхакти, и там говорится, что получив наставление о сознании Кришны, и почему Шрила Прабхупад говорит так? Многие недовольны. А Шрила Прабхупад говорит, как мы можем понять, вы получили посвящение или нет? Многие возмущаются на такой вопрос. И в Бхакти-расамрита Синдху, описывая 64 составляющих садхана бхакти, там говорится, что получив наставление о сознании Кришны от истинного садхгуру, третий шаг — это совершать поклонение с чувством, родительским чувством, следуя стопам садхаки. Вот этот процесс зовется вот так, саду-вартма, как-то так. И следуя настоящим чистым саду-гуру-вайшнавам, мы должны следовать тому, как наш гурудев совершает баджан, и делать, соответственно, должны то же самое. As the performance of bhajan rahasya. This gradual procedure through which you can understand everything, what is what. This is called bhajan rahasya. This is known as the performance of bhajan rahasya. И вот это известно как bhajan rahasya. Те люди, не обладая to the worship of Supreme Lord, by the method of bhajan, are free from all material bondage. Persons, вот те люди, those persons, those who are having no belongings, кого... they think everything is Christmas. I am nothing. This creature. I mean, what is this creature? И вот те люди, у которых, те преданные, точнее, у которых ничего нет, но они же в то же самое время полностью посвятили себя поклонению Верховному Господу, поклонению Верховному Господу с помощью того метода, который указан с Шрилой Бхактивинода Такуром, и такие люди, они так достигают совершенства в своем поклонении. И чем больше у нас есть влечения к трансцендентному, тем меньше привязанности к материальному. As so it is written, that type of devotees, I'm speaking about them, they are completely freed from the association of worldly-minded persons. They are actually, you many times ask me, when it is possible to leave asat-sangha? И вот как вот Махараджи часто спрашивали, как оставить асат-сангу. И вот здесь описывается, как это сделать.
И вот те, кто следует этому пути, они могут осознать это. И чувствительность появится в их сердце. Они будут видеть, что такое настоящая Пракрита Харикатха, что такое материальное. И также сатсанга и асатсанга они будут видеть. И вот те, кто полностью свободен от общения с людьми с мирским складом ума. И вот те, кто освободились от такого общения с людьми с мирским складом ума, которые обузданы какими-то материальными желаниями. Для нас Рупа Госвами Пад, он что пишет? И вот Рупа Госвами говорит, что лучше я буду жить в пещере вокруг огня, точнее, окруженный огнем, но это лучше, чем общаться с какими-то материалистами. И вот смотрите, какая чувствительность у Шрилы Рупа Госвами. Then you can understand gradually. What is Naam, what is Ragan Gavajan, it's not a matter of joke. So, и вот, видя такую решимость Рупы Госвами, мы тоже должны следовать его примеру. Bound by various material desires, unfavorable to the Krishna consciousness. That's why those devotees, they like to avoid evil association, asasanga. What do you mean asasanga? Asasanga? Joshi sanga, Joshi sangi sanga, and Krishna bhakta are. Follow what I say. И вот что такое асатсанга? Это непреданные Кришне и материалисты. И вот тогда Шрила Прабхупад продолжает, что и тогда, когда вы будете, и тогда, избавившись от всей асатсанги, вы сможете служить Господу во все эти 24 часа. И тогда склонность к служению Кришне, Верховной Личности Бога, каждый момент в течение 24 часов она проявится. И те чистые преданные, которые беспокоиться о том, чтобы занять в служении они стремятся избавиться от общения с наслажденцами и с отреченцами. И вот они, смотри, те чистые преданные, они оставляют общение с теми, кто склонен к наслаждению и к чрезмерному отречению. Service, consider, always think,
И вот в этом и это общение вот с этими наслажденцами и отреченцами – это препятствие на пути к нашей наивысшей цели. Те, у кого есть какие-то, есть единственное желание служить Кришне. They cannot get any trust of this bhajan rahasya. Therefore, they have no qualification to enter into the realm of astakal bhajan. А те, кто не стремятся к служению Кришне, у них есть, соответственно, нету возможности достичь этого служения Кришне в его восьми этих восьми лили, состоящей из восьми частей. И вот заключение всего этого таково, что мы должны быть очень осторожны перед тем, как слушать какие-то сокровенные лилы, которые совершаются Бхагаваном Шри Кришна и Гопи, иначе падение неизбежно, если мы будем слушать о таких лилах с ненадежного источника. Если какое-то материальное представление в нашем уме возникнет, то это будет причиной нашего падения. И вот Махарадж Шримад Бхагаватам начинает читать. И перед тем, как начать читать эти лилы, мы должны понять, что Бхагаван Шри Кришна, он совершает эти лилы для нашего блага, для блага всех живых существ. Но если мы не поймем их превратно, то это очень опасно. И вот Шукадев Госвами говорит: Хеманте патаме маси нанда брюжо кумари каха черур хавишваньо хавишвам муньянха каттаньо арчанам братам. What is it actually? Се сукувачо. И вот Шукадев Госвами говорит. Хеманте патаме маси нанда брюжо кумари каха черур хавишвам муньянха каттаньо арчанам братам. This it is written. Hemante Pasame Mani, Pasame Masi, first of all, I should clarify this point. И вот, когда Шукадев Госвами говорил Бхагаватам, из его экстатического чувства он объяснял, но иногда он, Махарадж уже говорил в Кали-лиле, что последовательность иногда нарушается. И здесь, после Говардхана-лилы, эта лила случилась. Но Шукадев Госвами эту лилу сначала рассказывает, и потом Говардхана-лилу. А вот эта лила после Картика случается на следующую Пурниму Картика. Вот этот Хеманта как-то Хеманта, вот это во время Хеманты случается. Хеманта – это один из сезонов, из шести сезонов, как зима, весна,
лето, осень и промежуточные сезоны. И вот когда этот Хемантамас начался, и жители и вот жители этих деревень, которые Нанду Махараджу принадлежат, и вот эти жители, здесь имеется в виду те гопи, которые около 4-летнего возраста, а Кришна Гавардхан Лилу совершал в возрасте 7-летнего возраста. И 7 дней он на мизинце держал Гавардхан. А вот во время Кали Даман Лилы Кришне было 6 лет. И таким образом он повзрослел. И Кришна, он являет свои лилы в Раджа Даме до 11 лет. И после 11 он какое-то время жил еще, но потом уехал из Враджа. И вот здесь говорится об этих кумари. Кумари, значит, такие девочки около 4 лет, 4-5 лет. So it is written, Hemante Prathame Masi Nanda Brajo Kumarikaha Cherur Havisham Bhunyanaha. They started observing Katayani Vrata. И вот они начали соблюдать Катайни Врату. Они дали обет есть одну хавишану. Хавишана – это такое каша из, ну, образно говоря, каша из чистых продуктов, из сатвических продуктов. И вот вопрос возникает, откуда они узнали об этой Катайни Врате и почему они вообще поклоняются Катайне. И вот сейчас будет предисловие насчет всего этого. И вот Шукадев Госвами говорит, после Картика, с Пурнимы Картика до следующей Пурнимы, время Катайни Враты наступает, и в Радже многие женщины, девочки, они соблюдают эту Катайни Врату. И как они соблюдают ее, они маленькие, ничего не знают, по идее. Но здесь в комментариях говорится, что те, эти девочки, они автоматически, слушая Харикатху о Кришнакатху, о славе Кришны, и у них была возможность видеть Кришну, и образ, а еще Лалита, она Радхарани показала однажды портрет Кришны, и Радхарани, она была очень вдохновлена его образом и хотела встретиться с ним. И вот пример приводится, что если какие-то не влюбленные еще, а те, кто еще собираются влюбиться друг в друга, они когда видят
портрет своего будущего возлюбленного, они, видя этот портрет, они вдохновляются этим. И вот когда Радхарани увидела изображение Кришны, она очень вдохновилась. И эти маленькие гопи, они тоже увидели этот портрет и тоже были вдохновлены. Но что делать? Они хотели все обрести Кришну как своего мужа. Но они еще малы были, около 5 лет, как их родители могли бы свадьбу для них организовать. А еще Кришна в то время никаких самскар не прошел, вопрос о свадьбе еще не было даже, но эти гопи, они очень хотели обрести Кришну в качестве своего мужа. И что же делать? И вот они думали, говорили, обсуждали в Раджа-даме. Раджа-дама, она уникальна. И эти девочки вот собрались и начали думать о Сакхи, как же обрести Кришну в качестве мужа. И вот они собрались, их много было, бесчисленное число. Это все во Вриндаване происходило, в Нитья-даме, там нельзя посчитать, сколько их было, и используется слово, что их бесчисленное число было. И вот они обсуждали друг с другом эту тему и плакали от такого, без этого, без бессилия. И одна, и Вриндадеви однажды увидела их издалека, она подошла к ним и увидела, что у всех, у них одно желание, они все хотят обрести Кришну в качестве мужа. Они плакали, они не знали, что же им делать, кто поможет им решить эту проблему. А Кришна еще даже в Гурукуле не учился в то время, что там о свадьбе говорить, но в общем они плакали и хотели Кришну в качестве мужа прямо сейчас. И Вриндадеви, она подошла к ним, посмотрела на них и увидела их такое огромное желание стать женами Кришны. И она спросила, чего же плачете все? И они сказали, о, Деви, мы хотим обрести Кришну в качестве нашего мужа, что практически невозможно, можешь ли ты помочь нам? И Вриндадеви сказала, что у меня есть мантра от Пурнамаси. Эта мантра очень могущественна. Если вы будете с помощью этой мантры поклоняться Катаяни Деви, то тогда ваше желание исполнится. И они сказали, хорошо, говори, что за мантра. И это Вриндадеви сказала им. Она произнесла эту мантру, и эти Нанда Враджа Кумари, они начали ее повторять весь месяц, этот химантамас, и впоследствии и поститься начали, но имеется в виду, хавишьяну только есть. Они приходили на берег Ямуны,
из песка, глины Ямуны, они делали катайни, мурти катайни, поклонялись ей, подносили какие-то подношения и уходили. Они это делали очень рано утром, что даже их эти семейные не знали об этом. Они это утром этим занимались, своим поклонением. Там в Раджадаме солнце поздно встает достаточно. И вот каждый день они до восхода солнца ходили, совершали поклонение и прочее. И вот вопрос, почему Вринда не посоветовала этим маленьким девочкам, чтобы они Кришне поклонялись, и тогда бы они обрели Кришну. Это проще было бы, зачем катаяни тут. И вот Пурнамаси, она эту мантру, то есть какова причина этого? Первое, Кришна, он повелевает всеми брахмандами. Если бы они поклонялись Кришне, то Кришна мог бы исполнить их желание. Но Вринда Деви думала, что у них есть огромная любовь к Кришне, но они никогда не думают о Кришне как о повелителе всех вселенных. Они думают о Кришне, что он сын Нанды Махараджа, что он такой же этот пастушок, как они. И вот у них не было никакого даже мысли такой о том, что Кришна Верховный Господь. И если бы Вринда Деви она посоветовала им поклоняться Кришне, то Расататва она бы не раскрылась полностью, она была бы смешана с Айшварией, с таким величием и богатством. И поэтому, чтобы их отношения с Кришной не портились, расататва, чтобы не нарушалась, тогда они должны были поклоняться какому-то другому божеству, чтобы это божество исполнило их желание. А кто там другой был? И вот сейчас Махарадж вернется к Говардхан Пуджи, многие люди спрашивают, когда Нанда, Упананда, Адхинанда. И когда они все, эти враджаваси, они поклонялись Нанда Махараджу, почему ничего не возмущались? А когда мы Дурге поклоняемся, то почему все возмущаются? А вот те, кто собираются поклоняться Кришне, для них запрещено поклоняться каким-то другим полубогам. Иначе мы не сможем обрести бхакти. Даже наша Гурварга, я тоже вот поклоняюсь Шанкару Шиве, например, но я вижу его как лучшего из вайшнавов. И с таким даршаном, с таким... А не так, как некоторые люди поклоняются ему как Верховному Господу, это неправильно, а нужно поклоняться так, как о нем говорится в этом стихе Шримад Бхагаватам. И также гопи, почему они поклоняются Гопешвару Шанкару? У них. И почему в Раджавасе тоже поклоняются Индри? Какой толк? Бхагаван Шри Кришна, он из Веданта Таттвы приводит эти свидетельства. Кто такой Индра? Кто может? Разве он может изменить нашу удачу?
И вот много людей спрашивает, что кто-то Индра Пуджу проводит, кто-то еще что-то, но суть в чем? И любые то, что делают в Раджавасе, они делают для того, чтобы Кришна доволен был. Ну, может, мы не можем поверить в это, но когда в Раджавасе поклоняются Индре, они делают это для того, чтобы Кришна был доволен. Они не думают, что Кришна – Верховный Господь. А если они поклоняются Индре, то они думают, что Индра даст дожди. Мы вырастим траву, накормим коров, этим коровы дают молоко, этим молоком они напоят Кришну. И вот таким образом они поклоняются этому Индре, что ради Кришны. И поэтому любые действия, которые совершают в Раджавасе, их цель, чтобы Кришна был доволен. Почему Шачима, она поклонялась Шаштима? Кто она такая? Я написал, Махараш написал книгу, одну Нимай называется на бенгале. Это Баля Лили Кришны. Эта книга была Шрилы Прабхупады, отредактирована Бабаджи Махараджу заново издал. И вот там говорится, что Шачима, она поклонялась этой Шаште. Причем она поклонилась как-то скрыто. А почему? Чтобы Нимай не заметил и не забрал ее подношение. И вот эта Шашти Деви на Шашти Тале находилась. А почему она поклонилась ей? Для блага Нимая, потому что Нимай был какой-то озорной слишком, по ее мнению, и поэтому, чтобы с ним ничто не случилось, она шла и поклонилась этой полубогу для того, чтобы... Ничего не случилось, и вот Нимай однажды заметил, что она куда-то уходит. Он спросил, куда идешь, и что у тебя там в этой тарелке. Like to get my uchista. Oh my God, you're speaking this way. Oh my God. Sostima, please excuse my small, my innocent. This. И вот тогда Нимай взял эти сладости, которые она несла, этой Шаштима, и съел их. И мать Нимая, Шачидеви, она начала извиняться в уме перед этой Шаштима, что не смогла донести подношение до нее. Верховный Господь, Он может делать все, что угодно, и поэтому вот Индра Пуджа, которую совершает в Раджавасе, мы должны верить, что они делают все для удовлетворения Кришны. Но если мы делаем какую-то кали или дурга пуджу, то это явно не для Кришны, а для каких-то наших корыстных целей. И в этом разница. И вот Шачима, если она совершила какую-то шашти пуджу, то это тоже ради Господа. И вот почему наши... Это Вринда Деви, она посоветовала этим гопи поклоняться Катайне.
поскольку если бы она сказала, что нужно, можно Кришне поклоняться, то это уже было бы нарушение расататвы. И вот Катайни – это йога майя шакти, она… А, но смотрите, согласно Веданта Сутре, что шакти, оно не отлично от своего обладателя, и также поклонение Кришне или йога майя шакти Кришны, оно практически не отличное, поэтому их поклонение Катайни было таким непрямым косвенным поклонением Кришне. Never hero and heroine directly coming and meeting. It's not possible. Hero always making some messenger. One letter, this, that, and sending to lady, you know, that girl, you know, heroine. Heroine also giving some letter. This time they find some messenger. So Katayani Ma can act as messenger. И вот Катайни в этом случае она могла быть посланником для Кришны от этих гопи. И вот Катайни Деви, кто она такая? Она йога майя, она вечно присутствует там во Вриндаване, но все же был такой риши, Катайн Риши, он поклонился Господу с огромной любовью, и с тех пор это Катайни, она захотела назвать себя в честь этого риши. Вот Катайн, этот Катайн Риши, он поклонился. И там во Вриндаване какое-то место есть, где он поклонился. Раньше во Вриндаване Ямуна была очень велика, но потом она, русло поменялось, воды гораздо меньше стало, и она так физически переместилась в другую сторону Вриндавана. И вот там Вриндадеви, она дала такой совет, что, чтобы они поклонялись этой Катайне, которая, она получалась посланником между этими гопи и Кришной. И вот как они совершали эту врату. О, царь, Парикшит Махарадж говорит, Шукадев Госвами говорит, и вот эти гопи, они шли, принимали омовение рано утром перед восходом в месяц Химанта. И достаточно холодно было уже после Картика, но эти гопи, они не думали об этом, они были полны любви к Кришне и не думали о том, что неудобно. Если у нас есть какая-то цель, то это вдохновение достижением этой цели, но помогает нам преодолевать какие-то трудности. So he is getting inspiration. Why people learning to earn money? Because they can get enjoyment in the material life. So they are interested to. Jani sa sarva bhuta naam tasam jagrati sanyam. It is written in Gita. So aplut bhaje it is written. Hemante prathama masi nanda bhut nanda brojo kumarika. Cheruravishvam vajyanah kattayani archanam pratam. And it is written, aprutam vasi kalindya, kalindya jalante chodite arne kritya pratikritim devim anarchur niposaikitam. They are making sand. Now you can, now question can come. How they are going? Come, they are coming very swiftly from long distance. И вот вопрос возникает, как они так рано встают,
уходят из дома, омываются в Ямуне, делают божество катаяни, поклоняются ему и назад возвращаются. Но, как это все у них получается за такое короткое время? Даже просто божество какое-то сделать из глины, то время занимает. Как кто-то видел, Вайшнави Деви есть в Химачале. Она в образе какого-то камня, и здесь Пурнамасия на Параматале, там тоже божество в форме камня Шилы. И вот они ночью, ну, ночью имеется в виду, перед восходом солнца они идут, принимают омовение, делают мурти этой катаяни, поклоняются ей. И вот в Писаниях говорится, что Виграха, божество для поклонения, оно может быть как из металла, из камня, из дерева, из глины, из песка и, ну, еще из каких-то составляющих. И вот они сделали это божество катаяни из глины и поклоняются вот этими предметами. И вот они предлагали ей цветы, ароматы, какие-то не духи, что-то, эти эфирные масла, потом благовония, фрукты, цветы, еще какие-то гирлянды, тандул, этот рис. Рис имеется в виду, зерна рица. Сладости какие-то, и после такого поклонения out of their love. How they learn? They learn from... От кого они узнали, как поклоняться? Вот от Вриндадеви они узнали, и мантра какова? Мантру Вриндадеви получил от Пурнамаси, и эта мантра очень могущественна, вот такова она. Нандагопасутам деви, отимми гуруте намаха, паркатайни махамайи. You see, different в этой мантре катайни называется различными именами. Сначала катайни, потом махамайи, потом махайоги надишвари. Катайни деви, they are И Джива Госвами Пад говорит, эти маленькие гопи, они поклоняются этой мантре, но эта мантра очень могущественна. Даже в этом материальном мире, если кто-то поклоняется этой мантре катайни, ну, какая девушка, если молится с помощью этой мантры насчет конкретного мужчины, то он привлекается ей очень быстро. Но Кришна — это наш Господь, это наша цель, и мы должны только Ему поклоняться. И вот Махамай, что значит? И вот все полубоги, those were in the Devi,
all Devi, they are getting power from this Devi, original. Because internal process is your mind. But here two kind of conception going. И вот есть две концепции, возможно, чистые вайшнавы, когда они идут на Парматалу или к вайшнаве Деви, мы думаем, что мы поклоняемся Катайне Деви, имеется в виду йога майя. Но материалисты, они тоже идут на ту же Парматалу, и они поклоняются также той же Деви, но для них эта Деви, она в форме. Она является в форме внешней энергии Господа, Махамая. Одна внутренняя энергия и внешняя, и та внешняя энергия, которой они поклоняются, она в образе другие предстает, а в форме А преданным она является как внутренняя энергия Господа. See, you read in your whole life, or you jump to Ujjalimut? Never read. Never read. Never read. Kulerbi Jogmaya, Bhaktivinoda was speaking. И вот этот киртан, написанный Шрилой Бхактивинода Такуром, он, в этом киртане он молится этой Куладеви Йога Майе. Он говорит, что ты мать, и вся эта Брахманда, все вселенные, они в тебе находятся. И он просит открыть путь, просит не мешать, а чтобы убрать это покрытие майи с нас, чтобы мы могли видеть путь, ведущий к Кришне. И вот все агамы, веды, нигамы и прочие, они писания прославляют тебя, что ты наказываешь тех, кто отвернулись от Кришны. Те, кто не поклоняются Кришне, ты организуешь для них их семейную жизнь, которая будет, ну, которая будет их отворачивать от Кришны. Но те люди, которые стремятся к Кришне, ты помогаешь им достичь Кришны всяческими способами. И по великой удаче ты получаешь, помогаешь тем, кто хотят достичь Кришны самым лучшим образом. И ты также помогаешь, ты также даруешь свою милость тем, кто хотят достичь Кришны, и они становятся бесстрашными. И вот этот киртан Шрилы Бхактивинода Такура. So now we are going to actually our Gandharvi going to advise that you have to worship Katayana Devi. И вот Вриндадеви она посоветовала им поклоняться Катайне, которого является Йога Майя, и она может
помочь им в этом деле. И вот эта мантра очень могущественная. Здесь Катайни называется различными именами. Вот Махайогишвари, что значит йога? Значит, йог значит обрести связь. Что значит йога? Йога значит обрести связь. Гьяна-йога, соответственно. Дьян-йога с помощью медитации обрести связь с Верховным Господом. Бхакти-йога через бхакти, через преданность обрести связь с Верховным Господом. Йога значит связь. И вот они очень мудры, что говорят так, что ты не просто йогиня, ты повелительница всех йогов. Ты можешь сделать то, что невозможно. На санскрите, если мы хотим сказать, то вот так будет. So they are very clever, they are going to pray, because which is not possible, because when Krishna can grow up 11, 12 years or 14 years or 18 years, because at present there is notice, then a small age nobody should marry, father, mother, child marriage is totally prohibited, is it written there? The previous week was there, follow, it was. But actually, that's why they are going to pray to Krishna, to this Katani Devi, Mother, we cannot wait for long. We cannot even wait for a fraction of a second. И вот эти маленькие гопи, они молились ей, что мы не можем ждать больше, а ты повелительница всех йогов. И все йоги, они обретают силу от тебя, и ты их источник силы. И ты сделай так, чтобы Кришна стал нашим мужем, мы не можем ждать, чтобы Кришна вырос, потом его женят на ком-то, и наши родители тоже нас могут на ком-то женить, поэтому не надо откладывать, нужно сейчас. И они, им не нужно было говорить имя Нанды Махараджи, но они, поскольку их этот, как его, тесть, а им не нужно было произносить его имя, но они забыли и произнесли. Nanda Gopa Sotinde Potini Gurute Nama. We cannot wait for a long time. It is possible for you. It is possible any time you can do anything what you like, so you cannot wait much. So you can remember when I was discussing about И вот когда Махарадж говорил о Кришна Лиле, он говорил о Пуша. Пуша. А, или Уша. Пуша, one is a lady, I mean friend, girlfriends of whom? И вот эта Пуша, она была подружка дочери Ванасура. И вот эта подружка дочери Ванасура. И вот ей во сне приснился какой-то, кто-то приснулся, она какой-то могущественный йог, и она описала тот, кто ей приснился, и пытались как-то выяснить, кто же. И вот Прадюмна, Анирудха, потом, и вот она узнала, что это Анирудха был. Ванасу.
Ну вот эта вот подружка этого дочери Ванасова, она была очень могущественной, когда вы опознали, кто это, то этого жениха вместе с кроватью перенесли к ней, прямо к ней. И вот Вишванатха Чакравартипад, он пишет, а то, что они предлагали, это было не столь важно, поскольку они предлагали с огромной любовью, и это катаяние, она была довольна. И вот и тут описана последовательность, как они, как и что предлагали. И вот они с огромной любовью поклонялись ею. И те преданные Кришне, у кого огромная любовь к Кришне в сердце, то когда они поклоняются Кришне, то их поклонение, оно совершенно из-за их любви. И вот любая арчана, может, других мантр они не знали, не знали, какими мантрами предлагать, но все же из-за того, что у них была огромная любовь к Шри Кришне, то если Кришна находится в нашем сердце, мы достигаем наивысшей чистоты. И вот они таким образом поклонялись, как могли. Vastradikam, Gandhamallam, everything we are giving, one by one we are offering. 16 different Sorosa Puja, Puja, and sometimes Panchavidha Pratar, Dupadipa Mala, and you know, five shortcut. Where is that 15, 16 different kind of, you know, offering Dupadipa Mala, you know, everything. И вот они предлагали огоньки, благовония, цветы, сладости, фрукты и еще что-то там. Но так или иначе, что бы они ни предлагали, Кришна был доволен их поклонениями и катаяние тоже. With this mantra, they are chanting this mantra. И вот они поклонялись эти мантры, повторили мантры, поклонялись Деве. Япантаха аста пуям чакру кумарика. Follow. So they are worshipping. So after worshipping long time, one month over, they are doing. И вот они месяц так каждый день ходили, поклонялись по милости Верховного Господа, иначе целый месяц так с самого раннего утра ходить, принимать омовение, совершать арчану. Еще из домашних никто не узнал. Brajalam, they go on to play with Krishna, but the husband, they don't know. Respective husband, they have no information. Is arranged by Krishna. Is it enough? Huh? Mahito tasam nayaya. They are not going to express any asuya. Asuya means
И все домашние этих гопи, они ничего не заметили. Когда эти гопи рано утром уходили в течение месяца для поклонения Катайне, и по милости Кришны это возможно. И вот весь месяц они следовали таким строгим правилам и предписаниям, не совершали никаких ошибок, поскольку в Арчане нужно быть осторожными. Если они сделали бы что-то неправильно, то Деви могла бы обидеться на них и не дать того, что они хотят. И из-за того, что они были искренни, эта искренность, она поддерживала их в идеальном исполнении всего. И вот все эти кумари. Вот они молились, чтобы Кришна, он стал их мужем. У них единственное желание было. И вот каждый Кришнам пучер йогью, янтаха калиндам снату маханьям. Вот все гопи, взявшие за руки, они хором пели вот эти слова о славе Кришны и шли к Ямуне. Снатум. Тумун. Тумун поттар. You see? Снатум. So snatum ahanyaham. To take part. They are going there. In Jain. And after reaching Kalindi, they are small girl, very small. И вот они шли на Ямуну, чтобы принять омовение. Камаха ягьям паражитаха ити каме, ити кумари. Камаха, material кам, get defeated in front of them, that is, that's why they are commonly, konyo. Follow. They are actually kumari. И вот you don't know positive property security you have gulam. You have to know this one. So here it is written that they are coming and actually they are actually kumari and they are no calm. И вот они были кумари, они не знали, что такое вожделение, поскольку они еще были около 4-5 лет возрастом, они, естественно, любили Кришну и хотели обрести его в качестве своего мужа, и никакого вожделения в их сердцах не было. Вишванатха Чакравартипат, он пишет в комментариях, что никакого вожделения, у них не было никакого осквернения вожделением. Вот так или иначе, если у нас какое-то есть чувство, какое-то чувство к Кришне, оно
всегда чисто. Любое чистое чувство к Кришне, оно не может быть нечистым, поскольку оно направлено к Кришне. И когда эти маленькие гопи, они, естественно, любили Кришну. Их чувство спонтанное было. So this way, so there cannot be any impurity. So those who are going to speak this Leela, they must be very careful. There are traces of smell of karma should not be there. Otherwise you can get punished. И те, кто слушает эту лилу, ни капли вожделения не должно быть в них. So you see, и вот смотрите дальше. Кришно мучай, Кришнам мучай ябью, янтаха калиндьям снатум аханью. Every day they are catching hand, morning time they get up, they get together, running towards Yamuna, taking bath, and after that, singing all about the glories of Кришна, spontaneous, naturally they And after that, надьям кадачит агатья тире никхиппа пурвабад, Basansi Krishnam Gayanto Bihur Sarire Muda. Nadyam Kadachit Agata when the one day it's at one incident I'm speaking one day. Nadyam Kadachit Agatyo Agatyo. After coming at the bank of river Tire and the bank, they throw their all garments. Вот, и вот придя на Ямуну, они раздевались, оставляли свои все одежды на берегу. Но поскольку они сходили скрыто, не могли ни с собой запасную одежду таскать и сушить ее потом где-то нужно было. И поэтому они оставляли одежду на берегу и шли ноги омываться. Well, if you write, there's marking of, so everybody can understand that you are writing. Jagannath is born by how possible. They're speaking, he is taking bath, they're making pottery water. He's taking hand coming from the all clothes and everything dry. No symptom of that. And here is also full of dust. Но Махараджи комментарий дает, что у этих гопи не было таких ситх, как у Нимая, что он мог моментально осушить свою одежду. И они вынуждены были оставлять одежду на берегу Ганги, и на берегу Ямуны точнее, и омываться так в нагом виде. Purvavad means like usual practice. Previously they used to follow. That day I am speaking. One day. But they are usually Purvavad. Purvavad means they are usually habituated. Basansi, Nikhipayasin, Nadyam Kadachit Agatto Tire Nikhippo Purvavad Basansi. Follow. Nikhippo Purvavad Basansi. Krishnam Gayanto Vijayahu Salile Muda. They are singing all the glories of Krishna. They are all together jumping into Yamuna River to take bath. И вот они воспевали славу Кришны и омывались в Ямуне. И что случилось тогда? But here Krishna is very clever. He's a thought for a long time there, you know, doing this vrata. И вот Кришна видел, что они долгое время совершают такие аскезы, и он решил прийти на то место. Бхагаван стал абхипрето.
Bhagavan, Supreme Lord being everything, what is there inside their heart? So Krishna took preparation to arrange everything for them, what they demand. И вот Кришна решил даровать то, что они просят. Кришна, он не просто йог, а повелитель всех йогов. Then Subal going and taking the form of Radharani and allow Radharani to go out in the form of Subal. Then Radharani just like Subal, very nice with cloth and everything, and cow taking in, so that nobody can realize going out. Radharani gone, but in the form of Radharani, Subal is there in room. This way different kind of nice lila, but you should go up to that level. И вот Кришна вместе с каким-то близким своим другом, он пришел туда. И вот он, Кришна пришел, чтобы исполнить их желание, видя, что какие аскезы они совершают, он решил исполнить их желание. И вот Кришна, он собрал всю их одежду и вместе с ней залез на дерево. Without the information, very secretly coming and taking all garments and going out and keeping all the, you know, different branches going on. Like, you know, then after going up a dress, Krishna from there laughing. Gopika said, those who are laughing, they say, our clothes, everything gone. Oh, my God, there. Tasam basansi upadayo nipam arujya sattaraha hasadbi prahasan vahalai parihasan kubhaja. That is actually kambija lila. You should not feel any kind of bad. Lila также называется kamviju lila. It is also called chirharan lila. И также chirharan lila. И что это значит? Чирахарон значит, с одной стороны это одежда, а с другой стороны, согласно определению веданты, чир значит, это внешнее тело и внутреннее тело, тонкое тело. Тонкое тело, чир называется, один из синонимов, и до тех пор, пока по милости Кришны, это тонкое тело, оно не разрушится, мы не сможем достичь Кришны. И вот Кришна, он хотел проверить их. И Махарадж более подробно завтра будет говорить об этом. Он расскажет о значении этой лилы. So I will have to stop this, you know, up to this point. Katayani Mahamaye Mahayogi Naleswari Nandagupasatam Devi Potingme Kurute Namaha Vajakalpa Guru Sikivasa Nivocha Jigana Pavana Govishnam Sivo. Today actually sugar fall down. I can feel. Here, when I utter na, I can feel. Because I'm being brought up automatically. Sugar actually down. Okay, no problem. So any question you have, no? So I can explain very seriously tomorrow. So that you cannot
have any chance to think it otherwise. Don't think. Excellent. If you think that way, all karma can go away. Provided you are going to follow Prabhupada Bhakti. Because that's why I explained Prabhupada. So much trouble. I collect from here and there, make note. I know, but still I translate it for you. This way. What question? Maharaj, this yesterday we spoke this Nama Vina Kichanai Kral Chodana Bhava Machi. И вот Махарадж вчера объяснял эту шлоку о том, что через Харинам можно видеть все лилы Господа. To get this Advaita Gyana Tattva, but is, does it mean? Do you see all the energy of Krishna? No. How is the vision? Actually, first of all, when Gurudev gives you, и вот когда Гурудев дарует нам свою милость, первое чувство, которое приходит к нам, без которого мы не можем продвигаться, когда мы осознаем, что Гурудев пролил на нас свою милость. Когда мы обретаем милость Садгуру, первое, что мы чувствуем, это Адвайгьян-таттва. И после этого, когда мы получим милость Гурудева, больше этого мы осознаем Ачинтья-бхеда-таттву и будем видеть Кришну во всех живых существах. И вот здесь Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что через воспевание святого имени, в этом имени Шри Кришны мы будем видеть всю лилу Кришны. И кроме этих святых имен Господа, ничего более ценного нет в этом мире. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что именно это имя Господа, оно больше, чем сам именуемый. Сначала Харинам должен явиться, мы должны осознать эту Адвайгьян-таттву. А что такое Адвайгьян-таттва? Это сам Шри Кришна. Адвайгьян-таттва – это значит, что нет ничего, кроме Кришны. И вот те, кто достаточно зрелы, они не смотрят на этот Санкхья Даршан Пракрити Пуруш Йоги. Но мы сможем осознать